Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на обзоры от Паблита. Сегодня у нас очередной интересный гость известной фирмы TrueNight. Многодиодный фонарь TN30. Итак, давайте познакомимся с ним поближе. В таком вот чехле в виде кейса пришел данный фонарь. Очень выглядит достойно. Внутри в гнезде из плотного материала с пенистой резины находится, собственно, фонарь в чехле, темляк, инструкции, гарантийная карта, также уплотнительные прокладки и накладка на кнопку. Вот. То есть достаточно стандартный комплект. Давайте познакомимся поближе с фонарем. Фонарь достаточно легкий для своих габаритов. Анодирован черный цвет. Ну что, посмотрим на него поближе. Итак, головная часть фонаря. За просветленным стеклом находится три диода XML2, BNO2, рефлектор мятый. Вот. Радиатор достаточно выраженный, мощный. Чтобы избавляться от тепла на мощных режимах, кольцо. Мягко, но четко фиксируется в промежуточных режимах. Контактная группа. Корпус батарейного отсека. Достаточно тонкостенная конструкция. Сзади вы видите пружину. Одну и вторую, которая участвует в включении-выключении фонаря. Кнопка достаточно жесткая, с длинным ходом, что позволяет использовать ее в качестве подачи сигнала, не включая до конца. Отверстие под темляк. Фонарь может стоять как свеча. Это герметичность. Отвечает резиновая прокладка красного цвета. Накатка достаточно цепкая. Как в перчатке и в голой руке, фонарь удерживать достаточно удобно. Кассета вмещает в себя или 6 батарей формата 123, или 3 аккумулятора формата 18650. Ее конструкция такова, что вставлять фонарь его можно любой стороной. Показал опыт и практика, корпус батарейного отсека имеет размеры достаточно впритык сделанные. Вследствие этого мои аккумуляторы туда не влазили, я даже пообдирал с них об корпус этикетки, поэтому я стараюсь их вставлять этикетками вовнутрь. Очень туго заходит. Вот, на это надо обращать внимание. Вот, не спеша вставлять туда. Вот как выглядит корпус с кассетой. Так, закрутим фонарь.
Мишина по поводу управления фонарем. Включается, выключается фонарь при помощи торцевой кнопки. Переключение режимов происходит поворотом кольца. Также есть режим стендбай. Надо не забывать, что при нем фонарь будет использовать ваши источники питания, постепенно их разряжая. Темляк идет с колечком, но в принципе здесь такие большие овальные отверстия, что он и не нужен. Нелегко крепится к ним, снимается. Вот, достаточно удобно. Темляк длинный, с возможностью носить фонарь на шее, но такой вес на шее будет достаточно некомфортный при длительном ношении, поэтому лучше использовать чехол. Чехол представляет из себя нейлоновую конструкцию, предусматривающую ношение фонаря в нем только головой вверх. Фонарь в нем держится плотно. Сзади имеет конструкцию, позволяющую носить ее на поясе, как стационарно, так и быстросъемно. Вот. Ширина ее просто огромная, вы видите. Вот, и денется на все, включая даже, наверное, на поясной ремень рюкзаков. Вот, вместе с мягкими подушками. В руке. Фонарь удобный. Вот. Режимы его переключаются одной рукой. Вот. Удерживается. Контролируется легко. В принципе, вот такой вот интересный фонарь. Более детально я рассмотрю его в своем блоге. Пожалуйста, читайте меня. И спасибо вам за внимание и за ваше время. До новых встреч!